только на один день мы представляем главный товар дня. Это роскошный кожаный плащ от бренда SKS Collection, который позволит вам и сейчас гулять под дождем, ходить в бабье лето, носить осенью. И как нам рассказал Микола Комендров, даже зимой вы наденете это предложение в ваш офис, как стильный модный кардиган или кожаный жакет, если у вас будет в офисе прохладно. Предложение, от которого невозможно отказаться. Эффект натуральной кожи, стильный дизайнерский крой, о котором нам рассказывает Микола Комендров, наш стилист и эксперт моды телеканала Shop & Show. Ну а теперь давайте разбираться, что же такое стиль, красота и совершенство, и почему бренд SKS Collection один из лучших инвестиций в вашем гардеробе. За стиль будет отвечать, конечно, красивый, изысканный дизайн. Здесь у нас с вами идут швы наружу, которые выполняют роль контрастных полос, которые выделяют силуэт вашей груди, делают более приталенный силуэт талии и покатые бедра. То же самое выполняет роль и по спинке. Данное предложение выполнено по качественному материалу из Южной Кореи. Это особая пластичная эко-кожа. Чуть позже мы с вами узнаем, насколько она выдерживает даже влажную погоду. Ну и, конечно же, данное предложение у нас с вами является сезонами, как правильно сказала Елена, данное предложение можно носить как функциональный продукт в виде плаща, также в зимний период в качестве такого элегантной альтернативы вязаных кардиганов из эко-кожи, либо длинный жакет-сюртук с капюшоном. Поэтому в данном случае изделие не будет залеживаться в вашем гардеробе, а будет эксплуатироваться и отрабатывать каждую потраченную на него финансовую копеечку. Видите, вода просто отскакивает, плащ не промыкает. Это не просто эффект натуральной кожи, это качество натуральной кожи, которая никогда не выгорит, никогда не растянется, никогда не промокнет, не деформируется. Это идеальное решение для первой покупки, если вы смотрите нас впервые. Ну а наши постоянные телезрительницы уже выбирают для себя плащ от бренда SKS Collection только на один день. У нас выгодная цена. Мой цвет это серый, посмотрите на этот оттенок. Любимый цвет француженок, мне очень нравится яркие контрастные черные вставки, да, которые действительно вытягивают фигуру, есть накладные карманы. А наша Людмила выбирает цвет бордовый, знаешь, такой цвет прям такой опьяняющий, спелой вишни. Да, один из самых любимых оттенков россиянок, помимо баклажанов, фиолетовых тонов, также дамы обожают бордовые цвета. Следующий оттенок – это предыдущий выбор Лены в прошлом часе. Это был цвет изумрудный. Он уже в ограничении, то есть все, что выбирает Елена, выбираете и вы. Классический синий цвет, очень универсален и хорошо, кстати, интегрируется в гардероб. Если вы переживаете, что с чем сочетать и подойдет ли плащ к вашему гардеробу, тогда выберите синий, он самый нейтральный в этом плане. Также понравится дамам, которые обожают бежевые тона, это вот такой цвет какао, он более гладкой кожи, и есть альтернатива более шоколадный цвет, и у него даже структура отличается, она имеет такой эффект морщинки мерии, похожей на натуральную кожу. Ну и, конечно же, серый цвет, это мой любимчик, я обожаю серые, черные и белые тона, и вот к этому часу мы выбрали образ для Лены в сочетании вместе с джемпером Милена в красном оттенке. Но есть еще у нас еще и черный цвет, поэтому если вы выбираете чисто вот классик, черного цвета, дозвонитесь и закажите его. Но в черном цвете у нас меньше всего, буквально уже остатки. Звоните сейчас. 3999 рублей. Цена только на один день. Только на одну эксклюзивную партию от бренда SKS Collection. Успейте дозвониться и давайте будем выбирать ваш размер от 48 до 62. Какой размер вы предпочитаете носить? Ну, некоторые просто бывают, что верхнюю одежду на размер больше выбирают. Стоит ли это делать в этом случае? В данном случае у нас с вами бренд SKS Collection работает в режиме от 48 до 62 размера. Дамы 46 могут присоединиться и выбрать для себя даже 48. И, конечно же, данное предложение можно при желании выбрать как размер в размер, так же и размером больше. Размером больше в основном берут те, кто живет в более прохладном регионе, будет более плотные ткани пододевать под изделие, поэтому рекомендовано на плюс размер. Так будет удобнее носить со свитерами и жакетами. Если у вас южная сторона нашей России, да, часть, то тогда можно выбрать и даже размер в размер. Что касается замеров, в предыдущем часе я делал для вас, сейчас их повторю. Стойка воротника у нас с вами в среднем 4-5 сантиметров, он выполнен из текстиля, хороший контур, да, вот 4,5. Высота капюшона 42 сантиметра, в глубину от лица до затылка в полуобхвате составляет 28-29 сантиметров, то есть где-то в среднем окружность около 30.
По плечу у нас с вами до втачивания 13 сантиметров. Также продемонстрирую, что здесь присутствует съемный подплечник. Вы при желании можете его удалить, если ваше плечо достаточно острое от природы. Что касается полуобхвата, 20-21 сантиметр, потенциал до 25-26 сантиметров. Высота рукава у нас с вами, длина точнее 66. При желании за счет необработанного края и контрастного черного основы вы можете делать даже манжетку. По груди 50 размер у нас с вами соответствует 50 и даже 52 размеру. Смотрите, 32-33 сантиметра. То есть по факту полуобхват составляет где-то 66, а это значит 100, больше 120 сантиметров. Поэтому смело можно выбрать размер в размер. Если прохладная погода и вы живете где-то ближе за центральной части, либо Урал, либо Дальний Восток, можно выбрать посвободнее, чтобы пододевать теплые свитера. Да, то есть мы сориентировались по размерам, да. Выбирайте, как вам удобно. Главное, поторопитесь, потому что эта презентация только на один час. Вообще, я вспоминаю даже в Байкале, когда я жила, как я мечтала о кожаном плаще, даже в молодости, да, не могла поверить, что у меня когда-то будет кожаный плащ. Однажды мне позвонила подружка и говорит, у нас в старте выбросили кожаные изделия, куртки и плащи, пойдем скорее выбирать по скидкам. Я говорю, а какие там скидки? Она говорит, ну 40 тысяч, куртка. Я говорю, 40 тысяч? Да ладно, у меня зарплата тогда была 5. Я работала в компании, да, сменной работы. 5 тысяч зарплата, как можно позволить себе плащ за 40 тысяч рублей? Это огромные деньги. Они были тогда, я знаю, что на кожу вообще цены не меняются. Кожаные плащи, кожаные изделия, это всегда дорого, это всегда особый ценовой сегмент. У нас лучшая цена, и посмотрите, плащ, который вписывается в любой гардероб. А как будем носить, Микола? Ну, смотрите, можно с элегантными блузами, водолазками, юбками, карандашами, с удобными укороченными или длинными брюками, в зависимости от формы, также с плотными ботинками в более прохладную погоду и даже более холодную погоду до минус 1 градуса вы можете носить уже сочетаясь с сапогами. Просто какие-нибудь кашемировые или шерстяные изделия пододевать под плащ. Да, или, например, нашу, пожалуйста, нашу вот джемпер можно назвать Милена. Да, у Милена. Нас есть отзыв из города Москвы от Марины Никитиной. Этот плащ настоящая находка для такого прохладного лета, как это. А для осени идеально. Спасибо большое, Марина. Мы согласны с вами абсолютно так же. Выбирайте свой цвет. Цветная кожа – это всегда дороже. Поэтому выбирайте, например, бордовый цвет. Вы знаете, что вы всегда выглядите стильно. Далее изумрудный цвет в ограничении уже находится. А по размерам успевайте забрать. Темный синий – цвет успешных женщин, цвет миллионеров, как говорят. Да? А цвет какао приближен к натуральному цвету кожи. А также успеете его выбрать, если он вам нравится. Шоколадный – здесь прям видна фактура. Кожа он более плотнее. Серый цвет и черный. Размеры от 48 до 62. Выбирайте размер в размер. Лучшая цена на сегодня 3 999. Кожаный плащ. Стильный образ на лето, на осень и даже зимой в прохладном помещении.